От вопросов локальных до глобальных, как обычно, каждый четверг поднимают депутаты. В этот раз, по словам парламентариев, проблема отсутствия доступа к чистой питьевой воде особо остро стоит в трех селах Токтагульского района. Спецтехники для уборки мусора и грязи нет в городе Карасу. Школа «Долгострой» имеется в Сузакском районе, ну а аварийная школа в Алайском районе уже дала себе знать. Там два дня назад, отметим, отравились угарным газом учитель и 18 учеников. Прямо во время урока из-за печки, с помощью которой отапливают класс. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, начиная с 2008 года, три раза выносило заключение о том, что школа в Алайском районе Ошской области является аварийной. Однако правительство так и не внесло его в титульный лист. Я сам лично с 2017 несколько раз обращался в правительство по этому вопросу. А вы не устаете присылать стандартные ответы. И вот сейчас дети отравились и попали в больницу. Пусть Минобразование совместно с Госархстроем выяснят, сколько по стране школ отапливаются обычными печками, установленными внутри помещений. На дворе 21 век, а мы до сих пор отапливаем школы печками. И при этом говорим о новых технологиях и цифровизации. Или вы ждете, когда будут человеческие потери? Не остался без внимания и вопрос безопасности строящихся объектов. В стране вот уже который год строительный бум, отметили депутаты. Но насколько эти многоэтажки соответствуют требованиям, не помешало бы выяснить и провести ревизию всех объектов строительства в городах Бишкек и Ош, построенных с 2015 года. А заодно нужно пересмотреть условия выдачи кредитов, отметили парламентарии. Слишком неподъемные там условия для простого народа. Для годовой ставки 9% нужно выплатить первоначальный взнос в размере от 10 до 20%. При ставке 8% надо выплатить 20-30% взноса. При ставке в 7% выше 30% взноса. Значит, под 7% годовых выдают тем, у кого есть деньги, обеспеченным, а не обеспеченным получается по 9%. Это же противоречие. Например, за однокомнатную квартиру в 25 тысяч долларов малообеспеченные семьи должны выплатить 10% первоначального взноса, что составит 175 тысяч сомов. А если поделить эту сумму на 15 лет, то при ставке в 9% выходит 16 тысяч сомов в месяц. Но, коллеги, зарплаты в 16 тысяч сомов у наших медиков, учителей, госслужащих нет. А если все посчитать, то бедные семьи квартиру в 25 тысяч долларов получают за 44 тысячи. Выгода банков здесь 18 тысяч долларов. Кстати, по поводу зарплаты государственных чиновников. 30 ноября прошлого года я поднимал вопрос об уравнивании зарплат учителей, врачей с зарплатами работников госучреждений. Правительство ответило, что зарплата работников госучреждений является государственной тайной, и они не могут ответить. Значит, зарплата работников госучреждений очень высока. Они нам не дают данные, потому что боятся недовольства общества. Среди всего прочего, народные избранники поговорили об основном законе страны. Вносить изменения в Конституцию не стоит, подчеркнул Алтынбек Сулайманов. Со дня независимости его меняли несколько раз. Эту же цель преследует и сегодня. Некие силы, отметил депутат. Изменения всегда преследовали одну цель – усиление рычагов власти. В итоге это привело к двум революциям. Сейчас появились некие силы, которые проталкивают этот вопрос. Я думаю, что это в корне неправильно. На референдуме народ проголосовал за парламентскую форму правления. Поэтому необходимо уважать мнение народа. Я поддержу слова спикера легендарного парламента Медеткана Шеримкулова на 80-летие Джугурку Кенеша о том, что рано вносить изменения в Конституцию. Я хотел бы обратиться к неким силам. Не нужно будоражить народ. Мы должны сделать так, чтобы сегодняшняя конституция заработала. Раз мы выбрали парламентское правление, то должны двигаться в этом направлении. Замечаний членам правительства и сегодня было высказано немало. Одно из них было адресовано снова в адрес Министерства сельского хозяйства. Хотя критики, пожалуй, ведомство выработало некий иммунитет. Из-за нереализованный урожай доставалось, из-за отсутствия взаимодействия со странами-экспортерами. В этот раз депутаты напомнили, что скоро весна, и пора бы уже заняться регулированием цен. Синоптики говорят, весна придет пораньше. Фермеры жалуются, что сравнительно с прошлым годом селитра подорожала. Раньше стоило 960 сомов за литр, сейчас 1650. Почему так дорого и почему нет на рынке? Чья вина? Это из-за таможни или Минсельхоза? Проблемы детей, не имеющих свидетельства о рождении, коих по стране, по данным нардепов, 18 тысяч.
Отсутствие планомерной работы в рамках года региональной цифровизации и многое другое. По всем вопросам звучали одни и те же поручения – учесть, проверить, взять под контроль. Но для начала не помешало бы приучить чиновников в регионах отчеты отправлять по почте, заметили сегодня в парламенте. Люди летают в космос, тогда как у администрации многих сельских округов до сих пор нет своего электронного адреса. Эльнура Бекбасарова, Нурбек Капаров, НТС.